цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. Тенденция, друзья, обратите внимание, я вот хотела даже, чтобы вы вместе с нами прикоснулись, насколько мягкое это пальто, насколько оно комфортное, очень легкое. При этом посмотрите на цену. Цена новинки 2799 рублей. Если вы сейчас посмотрите на цены в магазинах, которые растут с каждым днем, именно на сезонные предложения, вы увидите цены на пальто 6, 7, 8, 15 тысяч рублей. У нас цена сегодня новинки 2799 рублей. И вот она мягкость, правда, мягкость. Мягкость кашемира, действительно. Да, это кашемировое, действительно, полотно, только оно просто более доработанное и инновационное. Первое у меня вот в руках идет кашемир бордовый, да, у него здесь у всех пальто идет потон меланж, а мы знаем, меланж это смешанный материал, как соль смешать, к примеру, с перцем. Ой, бордо. Красиво, ага. Дальше идет такой пепельный розовый оттенок, он, кстати, актуален в сезоне, все косметические цвета в этом сезоне актуальны. Дальше идет вот такой вот голубой, такой серо-голубой оттенок. Великолепно. Дальше идет зеленый. А, зеленый какой. Слушай, у меня мама обожает зеленый, а этот оттенок просто сногсшибательный. Бежевый, да. Бежевый тоже, да, такой меланжированный. Меланжированный. Посмотрите на эти пуговицы. Не нужны уже нам с вами сережки и да, какие-то бриллиантовые кольца. Да, только добавить какой-нибудь легкий платок и, точно, к примеру, берет. Темно-синий цвет и классика. И классика черный. Слушай, даже черный нельзя назвать скучным черным, потому что здесь у нас такой темно-серый с меланжем. Посмотрите, какой выбор цветов. И это пальто. Мы с вами говорим сейчас о классике. 2799 рублей. Я потрясена этой ценой, потому что я была в магазине, и цена на пальто начинается от 9000 рублей. Сейчас цены растут с каждым днем. Вы получаете уникальный шанс сэкономить 2400 рублей, забрать в свой гардероб классику не за 5000 рублей, а за 2799 рублей. Так, скажи, пожалуйста, Микола, как здесь выбрать размер? Все-таки мы привыкли, чтобы пальто как-то свободу давало нам. Да, смотрите, здесь вот это как раз-таки позволяет выбрать его по желанию. То есть, конечно же, если вы любите более свободное пальто, можете выбрать на размер больше. Я, конечно, рекомендую брать его прям размер в размер. Почему? Потому что конструкция нашего пальто как раз-таки позволяет нам полностью сделать стопроцентную покупку без ошибок. Почему? Потому что трапециевидный силуэт, он универсален и подходит ко всем типам фигуры. А наш рукав реглан смягчает и облегчает зону руки. И, конечно же, обратите внимание на рукав. Он идет двойной, который можно подворачивать, делать укороченным с длинными перчатками, либо его развернуть и сделать более таким, прикрывая ручки. Слушай, ну я, конечно, прикасаюсь. Я, естественно, не сдержалась, примерила для себя это пальто. Я прикасаюсь, и это просто наслаждение, это просто удовольствие. Как это приятно. Невероятно мягкий материал. Кстати, знаешь, я что вспоминаю? Мне один раз моему супругу привезли откуда-то из-за границы кашемировый свитер. Я по незнанию постирала в стиральной машине, в общем, на каком-то режиме. В общем, достала тряпочку. Да? Да, достала тряпочку буквально. Насколько я знаю, такие нежные материалы непригодны для нормальной жизни. Да, вообще пальто затратная вещь. Почему? Потому что он требует химчистки. А химчистка чаще всего стоит как раз ту сумму, которая сегодня у нас стоит само пальто. Да, в нашем случае наше пальто можно легко положить в стиральную машину и постирать в режиме 30 градусов без отжима. Почему? Потому что это имитация нашего кашемира. То есть на ощупь, на ощущение это тот же самый и кашемир. И на вид главное. Да, но это более инновационный материал. То есть смотрите, если я его выворачиваю, то мы действительно видим с вами меланжированный трикотаж. Только он снаружи идет с эффектом у нас как раз-таки мягкого, такого драпового полотна, а внутри он более такой свитерный. То и как раз и позволяет ему не мяться. А это очень удобно, особенно дамам, которые у нас ездят в автомобиле. Не нужно никогда будет подтягивать с ягодиц пальто, а просто садитесь в машину, спокойно заводите и едете по своим делам. И выходя из машины, вы понимаете, что у вас нет никаких замятостей. То есть не мнется, стирается, очень легкая, без подклада. Да, это, кстати, очень такая популярная, актуальная тема. Итальянцы любят, да, пальто делать без подклада, и многие флагманские пальто бренда Max Mara как раз из него и сделаны. Ну, а это нам на руку с вами, ну, согласитесь. У нас такой период, демисезон бывает, когда с вами еще рано надевать какие-то тяжелые пальто, рано надевать пуховики, но при этом в кофтах уже жарко. Вот в таком пальто вам не будет жарко абсолютно точно. Оно будет вас согревать.
выглядит как натуральный кашемир. По ощущениям и по тактильным ощущениям это натуральный кашемир, но при этом практично современных материалов. Вы получаете уникальную возможность заказать для себя пальто классическое, которое в следующем сезоне из моды не выйдет. Вы получаете уникальный шанс экономить 2500 рублей. И зайдите сейчас в любой магазин. Пальто просто за само название вы заплатите больше 5 абсолютно точно. 9-10 тысяч рублей. А здесь 2799 рублей. Как раз то, что понадобится нам с вами недели через 2-3. Ну а сейчас в Москве, прямо сейчас можно носить такое. Да, пальто. Его можно сейчас носить. И за счет того, что пальто не имеет подклада, его, под него можно одевать легкие, тонкие, стеганые куртки и даже носить уже в минус. Ближайшие там 8-10 Согласна. Градусов. Ты знаешь, у меня у подруги... И, конечно же, да, сам дизайн. Здесь у нас класс. Идет основа 20 века, Кристобаль Баленсиага создал самые главные тенденции в крое, которые мы с вами используем. Как раз в этом пальто трапециевидная форма, а именно рукав реглан и все грудные выточки и накладные карманы была его заслугой. Mm-hmm. Поэтому мы с вами получаем полную историю, да, действительно классику кроя. Пальто трапециевидной формы с рукавами реглан и вставными карманами. Но при этом мы с вами еще и получаем инновационный материал. Я бы даже сказал, что это эко-кашемир. Угу. Это для тех, кто не любит шерсть. А мы знаем, что шерсть, хоть и натуральный материал, достаточно аллергенный да, для многих кстати. Бывает. И как раз это хорошая альтернатива для тех, кто хочет и любит комфорт, не хочет тратить деньги и время на химчистку и, конечно, получить классику. Слушай, подарок. Я знаю, что ты очень часто бываешь в модных магазинах. Сколько это примерно может стоить кашемировое пальто вот такого ну, плана? Ну, оно будет стартовать от 20 до 50 тысяч вот рублей. Вот так вот, от 20 до 50. А что мы в итоге получаем? Траты на химчистку здесь мы получаем. И вот престижный вид мы с вами получаем, как будто это кашемир, но при этом практичность современного материала. Итак, расскажу про вашу выгоду. 2799 рублей. У нас ажиотаж колл-центр прямо сейчас все, потому что это, конечно, несомненно, самое желанное сейчас сезонное предложение.